из уха России. Он именно и нужен мне теперь. Это самый рассеянный, не смешной человек, но самое золотое сердце. Ух, батюшка, хорошие дела, 58 лет я прожила на свете, а такого сраму не видала. Что случилось? Наталья без ведома родителей жениху своему отказала. Курагин, видишь ли, ей голову вскружил. С ним женушка твоя ее сводила. С ним собралась она в отсутствие отца бежать и тайно обвенчаться. Да как же обвенчаться? Он не мог, он женат. Хорош мальчик, кто-то мерзавец. Устрой же так, чтобы он уехал из Москвы, иначе быть скандалу и дуэли. Уедет он, уедет завтра. Сказать Наталье, что он женат, по крайней мере, ждать перестанет. Смотри, не проговорись ее отцу, плохие его дела и без того. Вот-вот пойдет имение с молотка. Да оставайся к чаю, коли хочешь. Решите мою участь. Быть любимым вами или умереть. Реши. Ничего, ничего,
мне дорог, дорог. Но что же делать мне, если сегодня я тащу слива? Не шути, всего три раза ты поранена едала. А если он не благородный человек, пущу несчастье, позора я не дам, обрушится на их семейство. Пойдем, Наташа, мужчины и дамы в этом доме слишком известны вольным обращением. Моей Наташе не место быть
так нарочно. Thank you.
Oh,
пора, пора домой, Наташа, а где же Соня? Мой милый граф, это ни на что не похоже, ваша дочь украшение пала. Нет, я ни за что не отпущу вашу дочь, позвольте же я угощу вас модным французским охотом. Ох, эти новости, час от часу все хуже дела, с французами идут. Бонапарт поступает с Европой, как пират на завоеванном корабле. Хор, пусть начинает хор. Слава молодого батюшка. Существования.
кончено, что надо доживать, не делая зла. Не тревожась и ничего не желая. Откуда ж это беспричинное весеннее чувство радости и обновления? Thank you.
Невеста молодого князя. Невеста молодого князя. Невеста молодого князя. Как же быть, старый князь не велел принимать. Сегодня утром я слыхала, как старый князь кричать изволит. Пусть сама княжна и принимает, если хочет. Доложите, граф Ростов с дочерью. О, Господи, благослови! Не может быть, чтобы они не полюбили меня. Я готова сделать все, что они пожелают.
принять никак не может. Пойти и доложить княжне. Как он отказывается видеть нас? Ты ведь знаешь, Наташа, старый князь не очень хочет, чтобы сын женился на тебе. Считает он женитьбу эту не блестящей в отношении знатности, богатства и родства. Какое право он имеет? Разумеется, князь Андрей и без него решит, да против воли в семью входить нам не к лицу. Ты ведь умница, сумеешь обойтись как надобно. Вот все и будет хорошо. Государь, государь прибыть изволил. Государь прибыть изволил. Государь прибыть изволил. Государь, 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 государь прибыть изволил. Хор, хор, поем оду Ломоносова. Патриот!
вальс, медам. Вальс, вальс, медам. Вы всегда танцуете, князь. Тут есть моя протеже, Ростова молодая. Пригласите ее, это редкая девушка. Где же это протеже? Вальс, 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 медам. Вальс, вальс, медам. Позвольте вас познакомить с моей дочерью. Я имею удовольствие быть знакомым. Если графиня помнит меня. Вот бы приволокнуться за нею, Элен, а? Что же, если хорошенько попросишь? Ну что ж, помогу! Элен, вы чудная сестра! Вальс, вальс, медам! Вальс! Вальс, медам! Thank you.
Весело тебе, Наташа. Так весело, как никогда в жизни. Прошу вас, князь, к нам в воскресенье. Ежели она подойдет прежде к своей кузине, а потом к другой даме, то она будет моею женой. Какой вздор иногда приходит в голову! Подошла кузине. Видит Бог, не знал, что вы удостоили нас своим посещением. К дочери зашел в таком костюме, извинить прошу, сударыня, графиня. Родство хорошее! А, умные люди, а, богатые, знатные, пускай же, пусть женится, пусть сам по себе живет. Боже, Марья, и ты к нему переедешь с Богом по морозцу, по морозцу, по морозцу. На бурьенке женюсь, на гувернантке, та! Ах, зачем он так? Ах, зачем он портит свою душу, свою вечную душу? Ну что он придумал поездку князь Андрея? Он старый слов, и я сейчас, Наташа, дай хоть немножко побеседовать с княжной. Известно, что я невеста.
как я встретил вас, о вас одной я думал беспрестанно. Не говорите мне таких вещей, я обручена и люблю другого. А что за дело мне? Я говорю, что вас влюблен, влюблен безумно. Вы восхитительны, и разве я в этом виноват? Причины тайные не дают мне к вам ездить, я после их открою вам. Я ничего не понимаю. Одно лишь слово, и никакие силы не помешают блаженству нашему. Познакомитесь. Ежели позволите, княжна, начать им часика подкинуть вам мою Наташу, я оставил бы вас, а сам как Осипова съездил и тотчас бы вернулся. Он просто боится встречи с старкнязем. Я очень рада и только прошу вас подольше задержать. Прошу вас, сядем. О чем мне говорить теперь с этой нарядной легкомысленной особой? Скажите, вы любите Москву? Очень мне тяжело эта шумная жизнь. Только не здоровье моего отца могло заставить нас сюда приехать. Но, боюсь, ему здесь будет только хуже от споров о Бонапарте. О Бонапарте говорит вся Москва. Отца выводит из себя, что он ведет дела как с равным с нашим государем, внуком Великой Екатерины. Неужели снова война? Нашелся б только полководец, как Суворов, и корсиканскому чудовищу не перейти границы русской. Смотрите, вот миниатюра моего отца. Он все мне о князе Андрее. Не могла же я первая начать говорить ему. Вот мой отец. Oh!
вечера в 10 часов она будет ждать. Мы поскачем в тройке в каминку вдвоем, и ночью обвенчают нас. На варшавскую дорогу мы потом свернем, за границу на почтовых повезу ее. Долохов, а? Как хороша! Хороша, брат, да не про нас. Подожди-ка, покуда замуж придет. Дурак, ты ведь знаешь, я обожаю девочек. Брось, право, все это время есть еще. Молоденьких девочек. Тебе я дело говорю, разве это шутка, то, что ты затеял? Опять дразнить. Пошел ты к черту, а? Постой, в последний раз я говорю, разве тебе я перечил? Кто тебе устроился, кто написал любовное послание? Решите мою участь быть любимым вами или умереть? Быть любимым вами, быть любимым или умереть? Ну, спасибо, спасибо. Ты думаешь, тебе неблагодарен я? Кто паспорт взял? Спасибо! Нашел папа растригу? Спасибо! Деньги кто достал? Все я. Ну хорошо, увезешь ты ее, а жених? Пусть откажет! А Пьер Толстяк, на пулю его я нарвался однажды. Он в имении освобождает крестьян и больницы заводит, ему не догнать. Когда себя поп обвенчает с Ростовой, ты станешь твоеженцем, и подведут тебя под уголовный суд. О глупости, не говори, не говори. Война с французами не нынче, завтра, что тогда? Тогда что? Тогда? Ну, там не знаю. Пора. Черт знает, что такое, а? Ты посмотри, как бьется. О, какая ножка, взгляд какой погибла. В этом доме бросить эту ненужную роскошь. О, как найти мне согласие самим собой? Я искал этого в заботе о помощи ближним, и в братстве масонов, и в учении о равенстве и любви. Искал в рассеянии светской жизни, искал в романтической любви. Любви к Наташе Ростовой. Наташе Ростова. Прав, Петр
Боже, что война? Пожалуйте. Какой парни? Кто ты? Пожалуйте. Приказано привезть. Сидятельству. Скажи, Балага, любишь ты меня? Для вашего сиятельства не раз такие штуки выделывал, за которые одно слово Сибирь. Балага, сослушай теперь мне службу. Ты на каких сюда приехал, а? На ваших лазверях. Ну, слышь, Балага, зарежь тройку, а чтобы в 3 часа приехать, а? А как зарежешь, на чем доедешь? Ты не шути, гордо разобью. Я для господ себя не пожалею. А-а-а, ну садись. Посадись, я постою. Садись, врешь, пей. Здесь 500. Эх, люблю я лихо мчаться, катать господ. Шкуры я рискую часто, пошел вперед. 500 и 500 и 500. Полторы, что загнал коней пригожих, не шесть никак. Что давил зевак прохожих, не лезь, дурак. 3004. 5. Шибче, шибче ждут цыганы, цыганочки кур.
бежи. Бей, балага, бей стаканы, вот это жизнь. 10 000, все. Что ж, когда же ехать-то, ваше сиятельство? А вот сейчас и ехать. Ну, Федя, прощай, спасибо за все. Возьмите стаканы, и ты, балага, побудили мы, пожили. А теперь, когда свидимся, прощай, ребята, за здоровье! Ура! Будь здоров! Ну, марш теперь, ребята! Остиков где? Сидит Саня. А какой Остиков? Твой свидетель. Эй, матрешка, салоп собой! Что же, мне не жаль, мне не жаль. Мне не жаль, ты возьми, ты возьми. Иди вот так, потом вот так. Теперь вот так, видишь. Ну, прощай, матрёша, красавица.
очень хороша. В моем доме любовникам свидание назначать. Ты слушай, когда с тобой говорю. Теперь притворяться нечего. Ты себя срамила, как девка самая последняя. Господа, выгодны ли нам сразиться пред Москвою? Или же оставить
древнюю священную столицу неприятелю. Священную древнюю столицу. Такой вопрос нам нельзя и ставить, доколе существует армия, до тех пор сохраним и надежду счастливо завершить войну. Но если уничтожится армия, то погибнут Москва и Россия. Рисковать ли нам потерей армии? Приняв сражение с невыгодной позиции, отойти за Москву. Вот на какой вопрос я желаю знать ваше мнение. Приняв сражение пред Москвою, невозможно уклониться от поражения. Горестно говорить об оставлении столицы, но думаю, что надо отступить. Позиция у Воробьёвых гор невыгодна, но зная, что значит Москва для народа, предлагаю сразиться в защиту Москвы. Легко предвидеть, какое действие произведет занятие Москвы на иностранные дворы. Я предлагаю ночью собрать все силы на левом крыле, идти на центр Наполеона, ослабленный корпусами, посланными нам в обход. Опасно исполнение движения ввиду неприятеля. Кроме того, надо учесть наши потери в людях. Убыль неприятеля не меньше нашей. Если решено дать сражение, то выгоните неприятелю навстречу. Но Россия не Москва. Среди сынов она, и потому более всего должно беречь войска. Мое мнение — оставить Москву без сражения. Но я говорю как солдат, только князь Михаил Илларионович может решить. Итак, господа, стало быть, мне платить за перебитые горшки. Но судьба России
зависит от победы, и ради победы мы должны отойти. Слышал ваше мнение, самым уступлением Москвы приготовим мы неприятелю верную гибель. Властью данной мне приказываю отступить. Из Москвы пойдем на Рязанскую дорогу. Вы свободны, господа. Даву, Аракчеев, императора Наполеона. Кто эти поджигатели, мой генерал? Приказ императора вам известен. Виновных поджога казнить немедля. И этот поджигал, вы поджигали. Я знаю этого человека. Ваше Высочество, вы не можете знать меня. Это русский шпион. А нет, я ополченский офицер. Ваше имя? Граф Безухов. Кто мне докажет, что вы не лжете? Ваше Высочество. Действовать согласно этого приказа. Налево марш!
лиха будет поджигать. Вы прощены и поступаете в бараки военно-пленных. Пьер Безухов, только бы не о ней. А вот как, какими судьбами я приехал, так, знаете, я хотел видеть сражение. Война должна быть перенесена в пространство. О, да. Вот послушай-ка немецких генералов. Только цель состоит только в том, чтобы ослабить врага, то, конечно, нельзя принимать во внимание потерю частных лиц. О, да. О, да. Перенесть в пространство. Пространство. В пространстве у меня остался отец, который... Французы разорили мой дом, идут разорить Москву. Они всю Европу Бонапарту отдали, приехали нас учить, славные учителя. Ваше сиятельство, полк выстроится гуртан. Но я скажу тебе, что бы там ни было, поверь, мы выиграем это сражение. Спроси его, он знает, что мы выиграем. Не понять им, что мы будем драться за нашу русскую землю, и мы победим. Успех сражения зависит от чувства того, которое есть во мне и в нем, в каждом солдате. Злее драться будет, кто будет меньше жалеть себя, тот вырвет у врага победу. Последнее свидание.
приехал я с поздравлением к старому князю Болконскому в день именин. Вошел к нему с приветствием, а он в каком-то бешенстве затрясся весь и обрушился. Шпион французский, Бонапартов храм, вон из этого дома. Прогнать такого доктора, волшебника такого, ведь это непростительно, он выжил из ума. Не сильно бы это грех простительный или грех смертный? Пошлем от этого. Грех смертный. Смотри же, берегись собой, чтобы сынок Болконского не оказался таким же сумасшедшим. Где вы там, разврат и зло? Только не при гостях. Пойдемте, друзья, в диванную. Мне надо поговорить с вами. Вы обещали графине Ростовой жениться на ней и хотели увезти ее. Моншер, я не обязан отвечать на вопросы, делаемые в таком тоне. Когда я вам говорю, что мне надо говорить с вами. Ну, что? Это глупо, а? Вы негодяй и мерзавец, и я не знаю, что воздерживает меня. Откуда вас я размажить вам голову вот этим? Обещаю ей жениться. Я не думал. Впрочем, я никогда не обещался, потому что... Письмо есть у вас, есть у вас письмо. Поймите, что вы любите целую жизнь.
младшей сестре. Но обещать девушке жениться, обмануть ее, украсть. Как вы не понимаете, что это так же подло, точно привить старика или ребенка? Этого я не знаю, а? Не знаю и знать не хочу. Но вы сказали мне такие слова, подло и тому подобное, которые я, как честный человек, никому не позволю. Что же вам нужно удовлетворение? По крайней мере, вы можете взять назад свои слова, а? Если вы хотите, чтобы я исполнил ваши пожелания, а? Беру назад и прошу вас извинить меня. И денег, если надо, на дорогу. Зная как, сделал предложение 15-летней Наташе Ростовой. И я любил ее. Она казалась мне преисполненной таинственной силы. И эту-то силу ее душевную я понимал и любил в ней эту-то искренность. Я любил так сильно и так счастливо. Курагину ничего этого не нужно было. Он не видел свеженькую девочку, с которой не удостоил связать свою судьбу. И до сих пор он жив и весел. А я делал поэтические планы. Как же я верил в какую-то идеальную любовь, которая должна была мне сохранить ее верность за целый год отсутствия. О, милый мальчик, я боялся, что она должна была зачахнуть в разлуке со мною. На деле все это гораздо проще. Все это ужасно просто и гадко.
да мы всем народом навалимся. Навалимся! Одно слово, Москва! Скажите, как найти мне светлейшего? Я сам к нему балкон сбил. Эй, навалимся, детки! Князь Болконский, очень рад познакомиться. Подполковник Денисов, более известный под именем Васькин. Вы к светлейшему по делу? Я составил план кампании. Моя система партизанская, линия французов слишком растянута. Дайте мне 500 человек, с ними я подниму крестьян. И честное слово Василия Денисова, я разорву сообщение Наполеона. Не разрушится ли, не развеется ли, не снесется ли прахом с лица земли все то, что повстречается на широком пути урагана, направленного прямо в тыл неприятеля. Дайте мне 500 человек, только 500 человек. 500! Нас будет не 500, а тысячи и тысячи. Верно говорю, мужики. Тысячи, тысячи. Oh!
нашей и любви. Полконского. Лейб-гвардии Измайловский полк. Славной гвардии ура! Здравствуй, князь, здравствуй, голубчик. Я тебя вызвал, чтобы молодцы казаки. Тебя вызвал, чтобы оставить при себе. Благодарю вашу светлость, но я боюсь, что больше не гожусь для штаба. Жалею, ты был бы мне нужен. А главное, я привык к полку. Полюбил людей, и они меня полюбили, кажется.
когда же, когда же решилась эта страшная дело? Наши нам дадут победу покорствовать. Россия не привыкла в боях свободу отстоит народ. Отечеству мы дадим спокойствие и мир другим народам. Может враг вовек подчинить сердца храбрых вольных людей. Вся усеется русская земля неприятеля косми. Победит врага наш великий народ. Thank you.
избегал ее. Мне казалось, что я имею к ней чувство более сильное, чем то, которое должен был иметь женатый человек, невесте друга. Невеста друга. Невеста князя Андрея, так страстно им любимая. Это прежде милая Наташа Ростова променяла Андрея Болконского на дурака Анатоля. И так в него влюбилась, что согласилась с ним бежать. Князь Андрей, а гордость Болконских, неужели правда, что не только мне достался удел печальный быть связанным судьбою с пустой гадкой женщиной? Наталья Ильинична. Правда ли, что он женат? Это должно быть для вас все равно, потому что... Так это и правда, что он женат? Нет, это правда. Считайте меня своим другом, и если вам нужна будет помощь, совет, или просто нужно будет излить свою душу кому-нибудь, не теперь, а когда у вас ясно будет в душе вспомните обо мне. Рад, 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 рад
оступлена. Надо его выпить. Одно мое слово, одно движение руки, и погиб этот древний азиатский город. Священная Москва. Но мое милосердие всегда готово снизойти к побежденным. С высот Кремля истинной цивилизации. Москва, депутация с ключами от города. Государь, вторая атака на флешки генерала Багратиона отбита русскими. Маршал Наум убит, мой храбрый генерал Кампан убит. Наум, Кампан! Войска гордятся тем, что сражаются и умирают на глазах у императора. Присутствие вашего величества повергает их безумие самозабвения. Леши должны быть взяты, продолжать атаку, поддержать корпусом маршала Нея. Контужен или убит? О нет, контужен. Резервы! Скажите неаполитанскому королю, что теперь еще не полдень, и что я еще не ясно вижу на моей шахматной доске. Ступайте! Опять под это дьявольский огонь! Храбрей, храбрей, мальчик! А кого ревесло солдата? Каликур, перчье! Клянусь честью, что русские погибли, если ваше величество даст еще дивизию. Возвращайтесь ко мне. Ну, чего вам? Ваше величество, принц Евгений просит подкреплений. Наш огонь рядами вырывает их, рядами они все стоят. Надо дать резервы.
дивизия Капаре. Нет, я не могу послать Кляпарена. Пошлите дивизию в Фриано. Назад, дивизия Кляпарена! Назад, дивизия Кляпарена! Назад, дивизия Кляпарена! Приказ генералу Фриано. Осмелюсь предложить вашему величеству позавтракать. Надеюсь, я могу уже поздравить ваше величество с победой. Нет в мире причин, которые могли бы помешать завтракать. Идите вы. Почему государь так мрачен? Ведь мы выиграли сражение. Выиграли, да мы почти проиграли. Малейшая случайность может погубить все. Не то, совсем не то. Не то, совсем не то, что было в прежних сражениях. Прежде, после двух или трех распоряжений скакали маршалы с веселыми лицами, объявляя трофеи корпуса бедных пушки Семена. Теперь же что-то странное на поле боя происходит. Те же, генералы те же, я сам тот же, даже гораздо опытнее. Но почему же страшный взмах моей руки не дает победы? Но ты прав, советчиков всегда много. Эх, советчики, советчики. Не такие бы полки были, если б все советчики служили там, в полках, как ты. Иди с Богом своей дорогой. Твоя дорога, дорога чести. Ну, прощай, голубчик, терпение и время. Вот мои воины, богатыри, а французы будут, верь моему слову, будут у меня ловить.
лошадиное мясо жрать. С ключами от города так и не явилась. Братцы, да что же это? Имущество наше! И сверхецы понаграбили вам. Император приказал вернуть попов и возобновить служение в церквах. Совершитель погибнуть. Петр Кириллыч, батюшка, одною минуточку. Что? Кто? Мавра Кузьминишна, вы здесь? А где граф Ростов, Илья Андреевич? В Москве? Уехали, батюшка, уехать изволили, а вещи побросали. Побросали. Да в доме у нас стояли раненые, а когда господа совсем уж собрались
бросили фарфор, зеркала и картины, и бронзу. А раненых увезли, и с ними раненый князь. Князь? Какой князь? Жених наш бывший. От нее голубушки все скрывают. Господи Иисусе Христе! Князь Андрей! А вы, батюшка мой, что же вы в Москве останетесь? В Москве? Да, в Москве. Прощайте. Раненый попал к Ростовым. Какая судьба? Где это так разукрасили вас, дети мои? Ходили за провиантом под Москву. Еле живы остались. Напали бабы с вилами. Бабы, занятно. Крестьяне ни не сжигают. Крестьяне хлеб свой сжигают. И в лес уходят. И скот угоняют. И леса с вилами намажут. Черт подери, мы их проучим. Стройся! Марш! Важнеющие. Ты покушай. Вот так-то. А ты кто? Солдат? Солдаты Апшеронского полка. Вчера меня из госпиталя взяли. В лихорадке лежал. Что же тебе скучно здесь? Как не скучно, соколик, как не скучно, милый, меня Платоном звать, Каратаевы прозвище. Как не скучать, на это смотреть, Москва на всем городам мать. Да червь капусту гложе, а сам прежде того пропадая. Так-то старички говаривали. Как это ты сказал? Дядька Мишка отвалыха. Трижды воскресал из мертвых, трижды меня убили, трижды.
ты воскресал из мертвых. Голубчики сердечные, сердечные, несчастные, трижды меня убили, трижды воскресал из мертвых. Царствие Божие разрушится. Голубчики сердечные, сказки помешались. Трижды разрушу и трижды воздвигну его. Это священники. Трижды разрушу и трижды воздвигну его. Ну, конечно, мы всюду ищем их. Идите их служить Василию Блаженному. Трижды меня убили, трижды воскресал из мертвых. Капитан, остановитесь, ведь это же умалишенные, ведь это же умалишенные. Сами поджигают. Какая решимость? Это скифы. Oh!
за статуя сфинкса? Она давит меня. Может быть, это рубашка, а это мои ноги, а это дверь. Я не могу умереть. Воздух, чтобы все это было, а меня не было. Отечество златоглавая Москва, и я не буду знать про них, я не буду знать. Неужели?
рано, чтобы мне умереть теперь. Я думал, мне открылась истина жизни, начало вечной любви, для которой что же делать мне, когда я люблю вас, люблю больше всего в мире? Как вы чувствуете по душе, по всей душе? Тянется, тянется, воздвигается, и это боль. Зачем вам? И пить, и пить, и пить, и бум, пить, и пить, и пить, и бум. Довольно. Перестань, пожалуйста.
гробы сожжены. Позади верная погибель, впереди надежда. И мы отступаем, побросав половину народа и артиллерию, без запасов, без продовольствия. Над нами поднимаются зловещим криком стаи воронов. За нами следуют собаки от самой Москвы, питаясь нашими кровавыми останками. А то, что не поедают хищники, покрывает зима. Thank you.
смертью русские люди одолели все для достижения цели достойной народа. Какое счастье быть вкладчиком крови! Теперь Россия!